Евангелие от Марка, глава 8. В те дни, когда собралось весьма много народа, и нечего было им есть, Иисус, призвав учеников Своих, сказал им: «Жаль мне народа, что уже 3 дня находятся при мне, и нечего им есть. Если не евшими отпущу их в дома их, ослабеют в дороге, ибо некоторые из них пришли издалека». Ученики Его отвечали Ему: «Откуда мог бы кто взять здесь в пустыне хлебов, чтобы накормить их?» И спросил их: «Сколько у вас хлебов?» Они сказали: 7. Тогда велел народу возлечь на землю, и, взяв 7 хлебов и воздав благодарение, преломил и дал ученикам своим, чтобы они раздали, и они раздали народу. Было у них и немного рыбок. Благословил Он, велел раздать и их. И ели, и насытились, и набрали оставшихся кусков 7 корзин. Евших же было около 4000. И отпустил их. И тотчас вошел в лодку с учениками своими, прибыл в пределы Далмануфские. Тут вышли фарисеи и начали с ним спорить и требовали от него знамения с неба, искушая его. И он, глубоко вздохнув, сказал: «Для чего род сей требует знамения? Истинно говорю вам, не дастся роду сему знамения». И, оставив их, опять вошел в лодку и отправился на другую сторону. При этом ученики его забыли взять хлебов, и кроме 1 хлеба не имели с собой в лодке. А он заповедал им, говоря: «Смотрите, берегитесь закваски фарисейской и закваски иродовой». И рассуждали между собою, и, рассуждая между собою, говорили: «Это значит, что хлебов нет у нас». И Иисус, уразумев, говорит им: «Что рассуждаете о том, что нет у вас хлебов? Еще ли не понимаете и не разумеете? Еще ли окаменено у вас сердце? Имея очи, не видите, имея уши, не слышите и не помните? Когда я 5 хлебов преломил для 5000 человек, сколько полных коробов набрали вы кусков?» Говорят ему: 12. «И когда 7 для 4000, сколько корзин набрали вы оставшихся кусков?» Сказали: 7. И сказал им: «Как же не разумеете?» Приходит Вифсаиду, и приводят к нему слепого, и просят, чтобы прикоснулся к нему. Он, взяв слепого за руку, вывел его вон из селения, и, плюнув ему на глаза, возложил на него руки и спросил его: «Видит ли что?» Он, взглянув, сказал: «Вижу проходящих людей, как деревья». Потом опять возложил руки на глаза ему и велел ему взглянуть, и он исцелел и стал видеть все ясно. И послал его домой, сказав: «Не заходи в селение и не рассказывай никому в селении». И пошел Иисус с учениками своими в селение Кесарии Филипповой. Дорогой он спрашивал учеников своих: «За кого почитают меня люди?» Они отвечали: «За Иоанна Крестителя», другие же: «За Илью», а иные: «За одного из пророков». Он говорит им: «А вы за кого почитаете меня?» Петр сказал ему ответ: «Ты Христос», и запретил им, чтобы никому не говорили о нем. И начал учить их, что Сыну Человеческому много должно пострадать, быть отвержену старейшинами, первосвященниками и книжниками, и быть убиту, и в 3-й день воскреснуть. И говорил об этом открыто, но Петр, отозвав его, начал прикословить ему. Он же, обратившись и взглянув на учеников своих, воспретил Петру, сказав: «Отойди от меня, сатана, потому что ты думаешь не о том, что Божье, но что человеческое». И, подозвав народ с учениками своими, сказал им: «Кто хочет идти за мною, отвергнись себя и возьми крест свой и следуй за мною.
ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее. А кто потеряет душу свою ради меня и Евангелия, тот сбережет ее. Ибо какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою? Ибо кто постыдится меня и моих слов в роде этом прелюбодейном и грешном, того постыдится и Сын Человеческий, когда придет в славе Отца Своего со святыми ангелами».